YBTC прекращает свою деятельность. Об этом на своей официальной странице в Твиттере заявила одна из самых популярных китайских криптобирж. В публикации говорится, что такое решение было принято в связи с запретом Центробанка Китая на проведение ICO из опасения, что под запрет попадет деятельность криптобирж в том числе. Официальная страница уточняет, 25 сентября биржа прекратит регистрацию новых пользователей, прием депозитов, а также все торговые операции. А с 30 сентября на территории материкового Китая деятельность будет прекращена полностью. Биржа планирует вывод денежных средств пользователей, включая юани и криптоактивы, в течение двух последних недель сентября. Сервис облачного майнинга компании и майнинг-пулы продолжат свою работу.